Куда высаживаемся, пацан? Куда мы уже высадились? Налево. Налево, все понял. Как у меня гузна болит, пиздец. Че у тебя болит? Гузна — это жопа. Вот это поворот! А, это, вот теперь... Это на языке. Непонятно, да? Не, вообще, честно, я впервые слышу. Не, гузна — это старославянское слово, но это так. Славянин нахуй попался на мне. Я просто сказал, что вы доебали. Такой старовер ебать сидит нахуй. Ой, сейчас побегу врагам, кодилам уябу, да? Пойду супостатом. Да-да-да-да-да-да. Грешником, но кидаю, но рыло. Ладно, все, Маратик, мы молчим, давай. Идите вы пизду, блядь. Взяли гузна в руки, нахуй, и побежали, блядь. Откуда ты понял? А, машина, да. Ну, блядь, там не карте, да. Я бак пробил им, все, далеко не уеду. Уеду, к сожалению. Тебе это не GTA 4, нахуй, они бы взорвались бы уже давно. Пацаны, я одного убил, все нормально. И че, теперь хуй их догонишь, да? Надо было тоже автомобиль, да? Брать. Ну они на мет. А мы не знали, Вов. А, они походу взял наверх лезут. На здание. На это здание, да, ты имеешь в виду? Угу. От которого хуй теперь их выткинешь, да? Можно, почему можно попробовать? Не, я такой стартап, что они, блядь, хуй высмысляют. Нихуя. Да, если высуну, то только хуй, и его тоже будет отстрелян. Нихуя себе. Вот это пугает Владимир, да? Пиздец. Тише, 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 нахуй. Эй, куда лезешь? Еще и стой. Я еще сегодня спать планировал, нахуй. Да, пугайте. Бойся меня. Бля, мне понравилось, как ты слышишь, Вов не успел на кнопку нажать, и Анжелка нахуй в унитаз, блядь, смыла. Да пиздец, блядь. Одного убил, это он. Так он накуренный, как ему верить, нахуй? Ну, знаешь, хоть и накуренный, зато работает на ура. Мы столько уже с Маратиком тут это... Че ты, да, сразу уточняй, нахуй. А то че вы тут с Маратиком? Не, я внебрачный сын Владимира, блядь, ничего не знаю. Всё, ладно. Ясно, солнышко, нахуй. Куда идем? Давай. Я ебу, что ли, блядь. Ну вот. О, охота на отряд, давай возьмем, че мы. Внимание, а, господи, не увидел. Противника взяли оружейный ящик. Хватит, Владимир, голова нахуй, уже думать умеет. Пиздец, нахуй, маньяк. Осталось людей убивать. Все, набирай трубку. Заебись. Ультра-1, мы установили местонахождение особо важной цели. А, долбоебы алхимика идут убивать. Кстати, Владимир, хороший вопрос. У вас открытая М13? Нихуя подобного. Откроем, значит. Санчелло, выдвигаемся нахуй на алхимика. Кайф. О май гад! Но там что-то надо с этой М13 съебать, да? Мы знаем. А, да, все. Да, да. А у вас оно уже есть. Само конечно. Собой. С самого рождения, блядь, открыли. А что, она прям нормальная, да? Типа на метке. М13? Ну, да. Тебе понравится, она без задач. Тебе рак понравится. О, блядь, целит. Нок один. Чё, а, плыть? За Александра, бля. Бля. За мной плывём. Сука, трусы намочил. Последние, бля, белые такие. Последние чистые, нахуй. Так, мой умер, Сань. Твой, наверное. Сторону. Ультра-1, это главное. Я убил пацаны. Можно я игру удалю, нахуй? Отлично. В смысле? Перевожу оплату. Пока не надо. Я слишком пиздатый. Ультра-1. Это боты были? Да. Ультра-1, внимание, противник отслеживает жетон, который вы взяли. Готовьтесь к контакту.
Так, что дальше делать? Возьми, или ты не будешь, Владимир. Не-не, я лохман, хусим. Я один хуй все равно порожняк гоняю. Просто бегаю. Я лохман. Я лохман, ебать. И я не ошибся, нахуй. Давай, куда идем? Сань, соберешь им CPR? Ну и... Ну да, она фул. Она 5 единиц. Оставила боеприпасы! Возьми. Пойдем алхимика заебашим, что ли. Ой, а там газом надо дышать, наверное. Ультра-1 это главный. Советую надеть противогаз и следить за его ресурсом. А, ее Владимир спиздил. Кого? Тише, неплохо, неплохо. Снайпер, куда вот мы спиздили? Бля, Иван, ты крысился. Чё спиздил, я не понимаю вас. Я ведь два раза спросил, возьмешь? Кого, снайперку? Да. А, да, пришлось. Да. Бля, ебать, крыска нахуй, научишь? Ты такой не говори. Куда идем, блядь, я чё... Я сейчас сдохну. Будьте бдительны. Да у вас маски нет, ёб твою мать. Нет, у меня сейчас она заканчивается. Все, закончилось. Стоп, что делаем, нахуй? Убиваем химика. Да. Желтый, ищи бота в желтом костюме, это он. А, вот он наверху, метка. Кряк. Так, к нему бежать, да? Убил. Ну, надо его просто. Ультра-1, химик уничтожил. М13 взял. Рай, подбирай пуску, о, быстро. Взял. А она с подствольником. Уходи, Сань. Когда уходим? А мне открыли огонь. Уходи, сразу, аккуратно. Господи, бля. Так, мне дышать нехуй. Чуть-чуть осталось. Так, пока еще. Все нормально. Прикольно, он с этим же скином желтым и берется, да? Ну нет, ты просто... Нет, просто М13 открываешь, просто сам уже качаешь ее. Скин хороший, согласись. Да, прикольный, слушай, прикольно, если бы он остался. Мне этот скин до сих пор лежит на складе. Все нормально. И все, что ли? А, ну и теперь надо удачно эвакуироваться, да, с ним? Да, да, все верно. Если сейчас убьют, то пиздец. Они после... А, завтра когда, да? Один день прошел с момента открытия игры. Вот завтра ага. Мы, грубо говоря, открыли сами. На следующий всё. День ебанули. Да, мало. Да, да. Мы красавчики. Там еще Жене помогли, Лехе. И вот и, ну, напоследок остался. Ну, ништяк, ништяк. Блин, что-то мне геймпад мозга ебет, если честно. Слушай, Маратик, у меня такой вопрос. Да этот стик что-то, блядь, заедает. Ты скажи, пацаны, вы как скачали Warzone на ПК? Через VPN? Через Казахстан. У нас Казахстан. Ну, просто Казахстан и все, да. Да, даже VPN не включали. У нас новый аккаунт, Владимир. Проблемы? Не, просто я зашел на компьютер, комп подключил. Зашел и нихуя там нет иконки скачать. А у тебя русский аккаунт? Да. Ну нельзя. Ой. Там санкции. Warzone 2 запрещен в России и в Беларуси. Ультра-1, это Дина-4, мы рядом с площадкой. Убедитесь, что у вас все тихо. Через Казахстан, подожди, казахские эти аккаунты что ли создали или что? Да, да. А, скачали? Русский номер работает в Казахстане. И просто казахстанский аккаунт создаешь и вбиваешь свой российский номер, А, я понял тебя. А потом тупо скачал и под своим аккаунтом зашел, да? Нет, скачал и под этим же аккаунтом и зашел. А, все, понял. Донатил много, это ТП
Точно, да? Да, в это еще ничего. Тут нельзя донатить. А, нам все равно нечего было терять, мы и создали сразу же. Ой, ну красавчики, спасибо, пацаны, за эмку. Всё. Без проблем. До свидания.